Всем привет! Сейчас вся страна обсуждает позорное нежелание Владимира Зеленского увольнять человека Коломойского Арсена Авакова. И в этом видео я вам покажу, что Зеленский не желает увольнять еще одного важного человека Коломойского. Это генерала Руслана Хомчака. Как известно, на следующий день после своего избрания на пост президента Зеленский назначил позорного генерала Хомчака на должность главы Генерального штаба ВСУ. В Украине начался скандал, поскольку именно генерал Руслан Хомчак планировал Иловайскую операцию по линии Добробатов, которые подчинялись формально Арсену Авакову МВД, но фактически были созданы деньги олигарха Игоря Коломойского. Так вот, Руслан Хомчак бездарно спланировал эту операцию в Иловайске, а также 29-го при выходе из окружения бросил свою армию, бросил своих солдат и как дезертир сбежал с поля боя. Тогда мне говорили, что Зеленский назначил Хомчака, потому что просто не знал об этих действиях, и как только он узнает, он, конечно же, во всем разберется. В конце июня этого года я призвал украинцев массово подавать заявление на имя президента Зеленского с детальным пояснением, что конкретно совершил Хомчак и что делал в Иловайске. А также в заявлении были приложены ссылки на мои расследования, где я почетко по полочкам разбираю действия Хомчака и привожу конкретные доказательства. И вот от Зеленского пришел ответ. И знаете, какой ответ? Несмотря на всю эту информацию, которую мы вместе с вами отправили в офис президента, Хомчак не будет уволен. Ваше звернення до президента України Зеленського стосовно звільнення генерал-лейтенанта Хомчака з посади начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних сил України, відсторонення від будь-яких посад на час розслідування подій під час боїв за звільнення міста Іловайськ та сприяння такому розслідуванню розглянуто. Повідомляємо, що на сьогодні досудове розслідування у кримінальному провадженні, про яке йдеться у вашому зверненні, триває. Втручання у хід досудового розслідування особам, які не є учасниками кримінального процесу, забороняється. З повагою, заступник керівника Офісу президента України Рябошапка. І цей юридичний маразм підписав не якийсь там клерк, а заместитель главы офиса Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, который является основным и главным конкурентом на должность будущего генерального прокурора Украины. Говорить про то, что вы основной претендент на посаду генерального прокурора. Чи ви бачите себе генеральним прокурором? Я не відчуваю жодного дискомфорту в тому, що мені доведеться робити на посаді генерального прокурора, якщо ці факти відбудуться. Итак, что мы имеем? А имеем мы ситуацию, когда есть генералы, а это бывший министр обороны Гилитей, это бывший глава генштаба Муженко и генерал Хомчак являются виновными в гибели солдат под Иловайском. И власть Петра Порошенко за все эти годы не провела должного расследования, а точнее его сфальсифицировала в пользу этих генералов. И в 2017 году генеральный прокурор Юрий Луценко и главный военный прокурор Анатолий Матьо сообщили, что расследование по Иловайску в 2017 году уже завершено, и никто из украинских генералов не виноват. Слідство и эксперты звертають увагу на те, що ми маємо в показах покази як пана Муженка, так і пана Хомчака про те, що вони розмовляли про результати контактів із Генеральним штабом Росії, так званого зеленого коридору. Але реального документу, письмового чи навіть усного, про відступ слідством не зафіксовано. Прошу 2 хвилини, зараз виходять на зв'язку. Є до 2 хвилин, ми почали. Все працює по-бойовому, все пішли вперед. Я сказав всім вперед, скорість максимальна, всім вперед. Вітер, рішительно, з боєм вперед, командуй. Вітер, то льта колона, у нас булава. На сайте Генеральной прокуратуры в 2017 году было указано о завершении расследования по Иловайску и что никто из генералов не виноват в этой трагедии. Сам Анатолий Матюс это подтвердил в конце января 2019 года, что никто из генералов не виноват. Почему нет судов по Иловайску и Дебальцеву? На какой стадии расследования? Чей это сектор ответственности? Почему? Иловайск и Дебальцево. На какой стадии расследования? Результаты расследования Иловайска в силу разных обставин є засекречені і мають деягри в таємність. Для того, щоб народ вірив в тому, що ми зробили, Луценко виходив в Верховну Раду, я на телебаченні казав. То есть с украинской стороны у нас виновных нет в произошедшем? Ні.
Далее в Украине начинается избирательная кампания на пост президента, и во время этой кампании Владимир Зеленский обвиняет своего конкурента Петра Порошенко в фальсификации расследования по Иловайску. Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайски Дебальцево? А теперь вуаля, Зеленский назначает Хомчака, а его, собственно, соратник Рябошапка, будущий генеральный прокурор, заявляет, что они не могут уволить Хомчака, поскольку идет следствие, которое уже было завершено в 2017 году. И главный военный прокурор Анатолий Матьо сообщал, что никто из украинских генералов не виноват. Из ответа Рябошапки следует, что Зеленский не может уволить Хомчака, а также инициировать новое независимое расследование, лишь потому, что это будет вмешательством в досудебное расследование. Это абсолютно чушь, поскольку если увольнение Хомчака это является вмешательством в досудебное расследование, то получается назначение Зеленским Хомчака в мае этого года также является вмешательством в досудебное расследование. Відповідно до статті 106 Конституції України, президент України є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, призначає на посади та звільняє з посад вищих командування Збройних Сил України. Для будущего генерального прокурора Рябошапки я хочу пояснить, что согласно Конституции президент Украины Владимир Зеленский наделен правом самостоятельно решать, назначать или увольнять тех или иных лиц с должности командования вооруженными силами Украины. И он имеет право уволить Хомчака. Тем более, как вы говорите, если против Хомчака ведется расследование, то ему нужно немедленно отстранить от этой должности. В нашем заявлении к Зеленскому прямо указано, что будучи главой ВСУ, Хомчак оказывает давление на солдат, свидетелей по Иловайску, которые боятся давать показания против Хомчака, опасаясь репрессий. То есть на будущее мы понимаем, что если какой-либо государственный служащий совершает уголовное преступление, виновен в убийствах людей, то Зеленский не имеет права увольнять его с должности или отстранять на время расследования, потому что, по их мнению, это будет вмешательством в досудебное расследование. Браво! Логика партії «Слуга народу». Відповідно до статті 106 Конституції України, президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання території України. Відповідно до пункту 4 положення про Офіс президента України, Офіс розглядає звернення громадян, здійснює облік і аналіз таких звернень. На основі аналізу звернень розробляє та подає президентові України пропозиції щодо розв'язання порушених у них проблем. Зеленскому украинцы отправили огромное число заявлений по Хомчаку. И согласно, собственно, закону, офис президента должен был проанализировать эти заявления и дать Зеленскому предложение, собственно, как решить эту возникшую в обществе проблему. Не рядовую проблему, это, собственно, трагедия номер один в современной Украине. А Зеленский, в свою очередь, должен был составить распоряжение на имя правоохранительных органов, с требованием провести объективное, честное и независимое расследование. Сделали ли они это? Черта с два. Мне прислали множество подобных ответов не только от Рябошапки, но и от других чиновников офиса Зеленского. Текст примерно одинаковый. Писали как под копирку. Мол, не партия на мост со своим Хомчуком, нам просто это неинтересно. Такими письменными ответами на заявление команда Владимира Зеленского грубо нарушает законы Украины. Відповідно до статті 40 Конституції України, всі мають право направляти індивідуальне письмове звернення до органів державної влади та посадових осіб, і що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь. Відповідно до статті 15 Закону України про звернення громадян, органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства. Рішення про відмову задоволені вимог, викладених у заяві, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. Відповідно до статті 19 Закону України про звернення громадян, органи державної влади, керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані об'єктивно і всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги. У разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення. Ніякої перевірки зложених фактів по заявленню команди Зеленського, звісно, не провела. А також при винесенні рішення об відказі не состалось на норму закона, которым они руководствуются, хотя закон их обязывает это делать. И эту бредятину подписывает будущий генеральный прокурор Рябошапка. Где указание порядка обжалования принятого решения? Тоже нет.
В общем, зашкварились вы по полной программе, но это еще не конец. Я подготовил шаблон жалобы на ваше решение. Дело в том, что закон об обращении граждан позволяет нам обжаловать полученный ответ от команды Зеленского, причем вышестоящему органу. И мы будем с вами обжаловать все последующие ответы этих чиновников из офиса президента, пока не дойдем до самого Богдана, руководителя офиса президента, а потом подадим жалобу на ответ Богдана самому Зеленскому. И дождемся, чтобы сам Зеленский поставил подпись под этой чушью, что он обожает Хомчака и не собирается его увольнять. Вот моя жалоба. Все, что вам нужно, это поставить свое ФИО, указать дату отправки первичного заявления, указать дату получения ответа, от кого, собственно, был получен ответ, фамилия чиновника, кто подписал ответ. Приложить копию ответа и копию своей первичной жалобы. Все это подписать, завернуть в конверт и отправить Укрпочтой опять на имя Зеленского. В жалобе требуем отменить решение и пересмотреть первичное заявление об увольнении Хомчака. Важно не пропустить сроки. Можно обжаловать решение ровно спустя 30 дней с момента получения на руки ознакомления с ответом. Вот отсчитайте 30 дней, впишитесь в срок, не пропустите, иначе вашу жалобу оставят без рассмотрения. Кроме этого, мы сейчас уже получили с вами право обратиться в суд. Мы можем прямо сейчас уже подавать в суд на Рябошапку, на офис президента по факту полученного ответа. Я в ближайшее время составлю шаблон административного иска, и кто, собственно, уже готов судиться, уже готов, собственно, подавать иск на Зеленского, пишите мне на почту, будем уже делать судебный процесс. Параллельно с жалобами, одно другому не мешает. Я думаю, я привел максимальное количество доказательств того, что новый президент Украины Владимир Зеленский покрывает Хомчака, ведь Зеленский и его команда получили все исчерпывающие видеозаписи, показания, заявление, где четко указано, с чем занимался Хомчак. И несмотря на это, они отказываются инициировать независимое, объективное расследование по событиям в Иловайске и отстранять Хомчака от должности на время проведения этого расследования. Я думаю, это приговор для Зеленского и его команды «Слуга народа».